Close out, close out. Она будет говорить, а я буду как? Мы очень много работаем над индивидуальной техникой, причем уделяем внимание таким нюансам, на которые, может быть, мы раньше не обращали внимания. Я думаю, всем девчонкам это пригодится в следующем сезоне. Больше чем уверена, все станут играть выше, чем было до этого. Также мы очень много работаем над пространством и временем. Как перемещаться в нападении, как правильно войти, в какое время, где выдержать паузу. Все это очень интересно, и я думаю, все это нам поможет играть лучше. Привет. Ага, меня уже разводили на эту тему. Привет. Привет. Как проходят тренировки? Нет, подождите, ладно, это мой вопрос, сейчас подождите. Как проходят тренировки? У нас очень интересные тренировки. Да я не могу! Да подожди, ты не можешь, тогда сначала мое вот это, и ты уже такой, как проходят тренировки, я вот в камере. В общем, мы работаем над Да, на самом деле свободное время остается только вечером. Так, после утренней мы идем в бассейн, потом кушаем, уже сил не остается, сразу спим. После этого идем в зал, да, и вот вечером мы собираемся и рубимся в мафии. Ну вот так. Сейчас, пока. Надо на серьезные вопросы ответить. А то как коучи посмотрят, скажут, вот тупые. Далаго! А его с ней я живу, боже мой. Катя расскажет, что она делала вчера. Нет, не знаю. Да, Кристин! Каждый вечер Катя лежит с капустой. Смотрю, капуста! Саня!